В Ирландии наркоманы помыли шприцы в святой воде. В купели собора неизвестные вымыли шприцы. Полиция заподозрила наркоманов, обитающих с недалеко расположенной больницей. В ирландском городке Лимерик несколько неизвестных вымыли шприцы в купели со святой водой в соборе святого Иоанна. Об этом сообщает The Sun. Священник собора подтвердил случившееся. В инциденте подозревают наркоманов, которые часто принимают вещества в соседней с церковью лечебнице. Ранее полиция города задержала наркомана, который пытался вымыть шприцы в святой воде в купели церкви. Работники больницы возле собора святого Иоанна также опасаются за свою безопасность. Наркоманы часто пробираются в помещения лечебницы, а недавно работники нашли следы крови на стенах. Ранее ирландка обручилась с призраком пирата 18 века. Также корреспондент писал о том, что ирландцы проголосовали за легализацию абортов. Новости от Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://timicrespondent.net по материалам сайта newsgra.com.